Ну что, на подъеме в дождь, насквозь промокли, позанимались в снегу, дождь сменился снегопадом, валим вниз. Занятия сегодня без вариантов продолжать. А? Блин. Вот. Мы в Архизе ходили там. Семиозерье, по-моему, место называется. Там в одном месте, короче, перевал. О, благо цивилизации, телевизор. Нерабочий еще. О, шашки, шахматы, домино. Вот. Глюкоза. И Катерина, и Ян, которого я испугался так. Ну да-да-да, ты потом себя посмотришь на свою улыбочку. Только потом это, как я, не кричи. Ты ночью не смотри это видео. Оп. Ну что, вчера был сложный день. В части погодных условий. На подъеме еще по этому лесу. Нас накрыло дождем. Мы полностью промокли. И когда подошли к леднику, пошел... Снизилась температура, пошел снег, но мы уже, будучи полностью мокрыми, продолжить свои тренировки не смогли. Сегодня мы идем повторно. Дождя пока нету. Лисьи следы от волчьих. Чьи следы? Тури, копыта. Да. Это не, не кошкина, это копыта. Вся дорога обоссана. Не пойму там, что за животное это сделало. Видите там, да, везде желтые следы? Это может быть желтые следы, это может быть листья деревьев. Мокрые или жидкие? Не, а там еще следы именно животного. Вон оно пошло вниз. Вниз уходит. Я думаю, волки не сидят, я вам говорю, что не копыта. Камня прямо. Мути. Ледник это от Кашкаташ. О, подбираемся к леднику Кашкаташ, чтобы настало время вкрутить тот самый первый бур за наш этот выезд. Ну что, ползем работать на ледяной стенки. До нее только доползти надо. Фу. Я потом на леднике всегда есть вот голубой лед такой, но сейчас его нету, потому что перемороженный сейчас не сильно холодно. И сверху всегда вот такой наледь, небольшая белеса, ее надо сбивать, потому что она... Old school. Надо заворачивать ледорубом. И пошла крутить. Переноси нагрузку. Нагрузку переноси. Другой, да. Ну, какой-нибудь. Да, можно в этот, можно в этот. Да. Вот такой. Все. Вот. Спасение сорвавшегося. Так. Есть. Теперь вот это тоже через
через карабин, другой карабин, еще пропускай веревку, другой. Да, вот так. Давай. Все, у вас полиспас готов. Вон он. Ну что, хорошо провели последние 2 дня. Позанимались альпинизмом. Можно возвращаться домой.